Следственный комитет России заявил, что Алексей Навальный незаконно получил статус адвоката. Это выяснилось во время расследования уголовного дела о растрате имущества компании «Кировлес». По закону, для получения статуса адвоката необходим юридический стаж не менее 2 лет, которым Навальный, по данным следствия, фактически не располагал. Навальный в свое время предоставил в адвокатскую палату Кировской области справку о том, что он якобы являлся на протяжении нескольких лет заместителем генерального директора компании «Алект» по правовым вопросам. При этом я бы хотел заметить, что генеральным директором этой компании также являлся господин Навальный, то есть он сам себя назначил и руководителем, и своим заместителем. Любопытно, что в то время фирма «Алект», где и выдавалась справка, вообще не существовала.